Добрый день! Я Наталья Некрасова, соавтор сайта «Избави Зали». Сегодня я представляю наше новое изделие, посвященное году овцы. Но, конечно, эта технология может быть применена для создания игрушки к любому Новому году. В уроке я не только очень подробно рассказываю о тонкостях вязания мордочки, но и показываю вязание варежки. То есть это и технология создания объемного вязаного барельефа, и вязание простой варежки с меховой отделкой. А ведь даже при простом вязании меха на машине возникает масса вопросов. Обо всех тонкостях вязания пушистой пряжи на машинке я подробно рассказываю в этом уроке. Но самое интересное – это объемная мордочка. Мы первыми предлагаем связать мордочку зверюшки не цветной нитью, как это делают многие, а смоделировать фактурное изображение. Вывязывание век и ротика на трикотаже так еще никто не делал. Применение кукольных глаз также никто не практикует, потому что обычно делают вышивку черной ниткой. Но такую овечку точно заметят все, особенно дети. И для взрослых в качестве подарка такая фактурная мордочка на рукавичках, носочках, шапочке и даже свитере станут оригинальным подарком. Для малышей можно сделать модификацию варежки не только с губками, но и с полноценным ртом-кармашком, куда можно что-нибудь положить, например, покормить овечку конфеткой. В общем, несмотря на новогоднюю тематику, все как в обычном уроке. Обязательный подробный рассказ о том, как нарисовать, как рассчитать рукавичку, как связать, как сделать подгиб, как красиво сшить, и как в итоге получить веселую овечку-варежку в качестве оригинального новогоднего подарка. Если вам понравилось, нажмите «Нравится», заходите на сайт «Избави Зальня», а также подпишитесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. Ваша Наталья Некрасова.